Добрый день, друзья! С вами Павел Бирюкович и компания Aquilon Pro. Сегодня мы хотим провести эксперимент, который покажет нам, насколько опасно замыкание электропроводки в СИП-панелях и как панели подвержены риску возгорания. Сейчас мы установим розетку на СИП-панель. Вы посмотрите, как мы это сделали, а потом попробуем смоделировать ситуацию, когда эта розетка загорается. Вот мы сделали СИП-панель, возместили на ней розетку. Предположим, что она у нас замкнула и началось возгорание. Возгорание мы будем моделировать с помощью газовой горелки. Смотрим, что получилось. Вот у нас есть часы. Можно засечь время, сколько мы будем заниматься этим процессом. Температура в горелке порядка 1100 градусов, поэтому это явно с большим запасом. Поехали! Как мы видим, горит у нас только розетка. СИП-панель не загорает. Вот за 5 минут усиленного горения от розетки не осталось и следа. Как мы видим, панель гореть не продолжает. Мы увидели, что происходит с розеткой, если она загорается на стене. В этой серии мы разместили розетку на СИП-панели. В следующей серии мы разместим розетку в СИП-панели, то есть она будет встроена в СИП-панель и обшита гипсокартоном. На сегодня это все. Ждите наше следующее видео на эту тему. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До встречи в следующих сериях.